Ну, отличная возможность. Сегодня у меня есть задавать вопросы экспертам. Сергей, как настроение? Отличное. Рабочее? Ну, я вижу, что вы пользуетесь особой популярностью и спросом. Все желают с вами пообщаться. Расскажите, в какой области вы являетесь экспертом? Сейчас ритейл и поставщики все хуже и хуже слушают друг друга и слышат. И моя компетенция в том, чтобы поставщики научились понимать, что нужно сетям, а сети научились читать предложения поставщиков и работать с ними, и брать их товары на полку. Сложно ли это? Что нужно знать для того, чтобы, ну, грубо говоря, правильно сформулировать свой месседж для потребителей? Как показывает практика, это чертовски сложно, потому что производитель очень любит свои товары, ему тяжело увидеть все поле конкуренции, все поле полки в сети и очень честно построить прогноз продаж. И следующая проблема то, что они совершенно не понимают, как работают современные сети, что это бизнес в первую очередь. Им не нужны российские товары, не нужны качественные товары. Они зарабатывают деньги таким образом, и все, что мы, поставщики, должны говорить сети, это деньги. Как мы вам принесем больше денег? Вот эта ключевая фраза и является на сегодня золотым ключиком в любую сеть. Ашан, Магнит, Пятерочка. Какие основные лайфхаки и, может быть, фишечки существуют для того, чтобы, ну, скажем так, приоткрыть завесу вашей экспертизы и простимулировать тех, кто находится сегодня в режиме онлайн, прийти к вам и стать вашим слушателем? Конечно, их приглашаю и сразу скажу, что наши поставщики развиваются, они уже научились мониторить полку, примерно рассчитывать прогнозы продаж, но что у них не получается катастрофически, это считать экономику продажи. На сегодня в сетях все полки заняты, любой товар, вы зайдите, посмотрите, уже есть. И нет цели у каждого ритейлера взять что-то новое. Им надо улучшить свой бизнес. И вот как это будет? Какой будет прогноз продаж? Какая маржинальность сети? Какие расходы нужно понести, чтобы эффективно двигать товар в Пятерочке или в Магните? Нашим поставщикам пока неведомо. Приходите, мы поможем, мы составим тот самый алгоритм, который откроет вам двери любой федеральной сетки. Вот самый главный вопрос теперь, куда приходить и куда обращаться? Есть вы, так. Есть я, Лещук Сергей, вы можете погуглить, написать мне в Facebook или в Instagram, я с удовольствием помогу нашим российским производителям получить полку в любой российской сети и даже не российской. СНГ ждет российских товаров. Лещук Сергей знает, как развивать ваш бизнес и как сделать так, чтобы ваш товар оказался на полке у крупных сетевых представителей. Приходите к Сергею на Facebook, он ответит на все вопросы.